Хочу сегодня вам представить фигуры, экшн-фигуры фирмы Триатойс. То есть, если мы возьмем куклу какую-то, фигуру, вот измерим ее рост и умножим на 6, то это будет рост человека. Фирма Триатойс, это американская фирма, выпускала экшн-фигуры как базовые тела, которые у меня здесь представлены, так и персонажи различных игр и каких-то фильмов. Были очень такие интересные, колоритные персонажи. И, конечно, коллекционеры экшн-фигур были рады их приобретать. Но, к сожалению, фирма закрылась. Если сейчас перейти на официальный сайт данной фирмы, то мы увидим новостной просто сайт, на котором размещена реклама ставок и лотерей. То есть фирма не существует, и фигуры не продают. Однако же эти фигуры можно приобрести на сайте аукцион eBay и с рук. Среди базовых тел существует несколько типов. Первый тип тела, с которым вы немного познакомились, это тип тела Evolution. Почему он так называется? Потому что это тело предполагает сменные бюсты. Вот как крепится. То есть можно сменить вот у женщины два бюста. Вот это у нее сейчас надет медиум. Вот есть small и вот большая грудь. Как они крепятся? Они на таких штыречках прикреплены. Вот. И крепятся на такие еще магнитики. Вот. Но, однако, часто менять эти бюсты не нужно, потому что пластик очень хрупкий и такой звонкий, тонкий. И лучше не экспериментировать. Вот. Выбрать какой-то один и вот с ним пусть она ходит. И у мужчины тоже есть сменный бюст, и тоже он крепится вот на такие магнитики. Тут 3 магнита и вот 4 штыречка. Из-за того, что есть возможность поменять часть тела, эти тела называются Evolution. Следующий тип тел – альфа. Альфа, вот они такие. Это вот эти тела и вот это еще. У тел альфа тоже пластик очень тонкий и звонкий. Хорошая подвижность достаточно. Ну, у всех тел этой фирмы хрупкий пластик. Вот. Исключение только вот руки. Здесь они несколько отличаются от тона. Вот. Но в основном-то они хорошо подходят по тону. Это очень ранняя кукла. То есть очень... Тело ранее. Вот у них даже тут логотип есть. 2009 год. Фирма написана. Тут тоже есть шарниры. Шарниров тут много. Тоже есть вот поясничный шарнир, грудной шарнир. Вот здесь вот. И локтевые шарниры. Запястные. Коленные. То есть кукла достаточно подвижна. Но выражение лица у них такое брутальное какое-то. Чересчур. Прошивка не очень хорошая. Но не фатальная. Ну, волосы вроде бы как вот сколько лет прошло, не портятся. И не теряют своего блеска. Тела альфа выпускались разных тонов. Это вот темное тело. Вот такое. Тело вот кубан. Азиан. Наверное, вот это. Или это кавказиан. Ну, в общем, светлые тела, темные, ну, средние. Следующий тип тел – это тела
Атаку. Вот. Это тело Атаку. Это тело на вид интереснее. Поверхность тела такая матовая. Присутствует такой вот блашинг, то есть раскраска такая, создающая объем. Ну, очень хорошо представлены половые признаки. Красивая грудь там и ниже, что там находится. Вот тоже выражение лица суровое такое. Такое вот. Такое сейчас покажу поближе. Ну, такое вот лицо. Головка тоже двигается хорошо в эту сторону, в эту двигается. Если сравнить на вес, то вот у куклы тела Атаку намного тяжелее, чем Альфа. Если Альфа она такая полая изнутри, то Атаку она не полая. Она такая витая, мне кажется, все-таки. Однако тела очень хрупкие. Они хрупкие, прямо как вот видите, как рука отваливается. Здесь она у меня треснула. Вот, и теперь ее надо приклеить. А если тут приклеишь, уже все. Она уже двигаться вот так вот не будет. Хотя вот, вот это вот движение совершенно не нужно. Из-за него, собственно, и поломки происходят. Вот, у этой куклы уже есть такая поломка. Вот, у этой она случилась тоже не пораньше немножко, потому что я про нее и забыла. Но она так держится немножко, и, в принципе, хорошо. Вот это тела Атаку. Ну, прошивка у них тоже не очень хорошая, как у Альфа. Вообще, у этой фирмы качество исполнения не как у Hot Toys. У Hot Toys очень высокое качество исполнения, и куклы более прочные. Вот, а здесь хрупкие и недостаточно прорисованы хорошо, на мой взгляд. Вот, ну, наверное, поэтому фирма-то и закрылась, в отличие от Hot Toys. Итак, базовые тела. Фирма Триа Тойс выпускала такие базовые тела, как Evolution, Альфа и Атаку. Они продаются в купальниках. Купальники все у меня сохранены. Ну, а одежду я сшила сама для них. Единственное, что вот у этой куклы был купальник в комплекте, наверное, не знаю. А вот это белье от другой куклы. От куклы фирмы Тонер. Ну и очень много разных персонажей. Фирмы больше не существуют.